Ну, с этим ободом у нас совсем не будет проблем. Мы возьмем сейчас цилиндр, повернем его назад и увеличим где-то вот так, наверное. Сколько у нас? 120 получилось, да? Ну, отлично. Так, добавим сегмент вот здесь. Нет, по высоте нам не нужны сегменты особо. Пускай один будет. Вот тут нам нужны сегменты. Ну, тоже много не надо, скажем так. Вот этого будет достаточно 5. Далее, скажем, филет. Вот такой филет нам тоже нафиг не нужен. Думаю, вполне будет достаточно 3. Так, ну и естественно, зачем нам такой большой длинный? 200 нам не надо. Так, давайте выдвинем, посмотрим, сколько нам надо. Даже чуть меньше. Ну, 50 сделаем вот так. 50. Так, а что с филетом с нашим? Все работает, да? Это я не вижу, чтобы филет сделал. А, да, на 0 перевели, ясно дело. Ну, вот так, 3 достаточно будет. Далее превращаем это дело все в объект редактированный. И тут просто-напросто выбираем вот эти полигоны. Переходим в полигончики и их вот так вот шустренько выбираем. Прекрасненько. И вот тут немножко двигаем. То есть пока вот так, чтобы оно пошло внутрь. А потом зажимаем Ctrl и делаем вот так. Прекрасненько. Далее выбираем уже теперь вот этот полигончик, тянем их вперед, ну да, я сказал вперед, где у нас вперед, вот у нас вперед, так зажимаем и сужаем это дело, вот. Назад, сужаем. Делаем такой конус. Может быть, даже чуть пониже. Так, хорошо. Теперь выбираем вот это. И тянем. Так. Все. Готово. Теперь каждый выбираем ребро. Select all. Так, стоп. Вот это ребро выбрали, вот это ребро выбрали и вот это ребро выбрали. И ко всем применим сейчас, где она там белил. Вот так. Ко всем применили белил. И очень хорошо получилось. Так, замечательно. Если мы видим, что оно большевато, сильно высовывается, да, ну, тут без проблем. Тянем, подтянем. Ставим вот сюда. Все. Хорошо. Может быть, слишком, конечно, вот тут выдвинули. Но это меньше всего не волнует. Не, нормально. Пойдет. Чуть-чуть пускай высовывается. Так. Во всяком случае, всегда можно дело это поправить. Выбрали. Лишнее убрали. Так. И давайте чуть-чуть. Вот так. Вот все.
теперь все в порядке. И вот тут по кругу внутри я хочу пустить гайки. Ну, давайте эти гайки сделаем. Сделать их, вы знаете, пара пустяков. Тем более, что мелкие, нам не нужно никаких сглаживаний там. Так, вытаскиваем сюда. Ну, нет, не сюда. Пожалуйста, в центре, пускай в центре все остается. Вот так. Так, сделаем 5, к примеру. 5. Так. Далее мы его сейчас экструды засунем. Так, в экструды скажем, что объект у нас, скажем, 5 тоже. Вот 5. Вот так. Ну, наверное, можно сделать больше, чем 5. Я думаю, что порядка 8-9 вполне нам будет достаточно. Давай померим. Так. Так, 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 так. Смотрим, где у нас тут она. Нам надо ее поместить вот сюда. Ну, вот тут как раз она и будет. Отлично. Хорошо. Ну, можем вручную это расположить, но зачем это надо? Пойдем в Mograph, возьмем клонер. У клонера, скажем так, закинем туда экструд. Так, он, как всегда, раскидывает 3 штуки. Так. Нам это не надо. Не линейно, нам радиально надо. Так, радиально. И вытащим сейчас сюда это дело. Вот они, эти гайки наши. Так, хорошо. А тут радиус, естественно, надо проявить радиус. Давайте отсюда посмотрим. Я так понимаю, 20 будет достаточно и количество. 8. Мне больше нравится 9. Хорошо. Мы можем, конечно, еще сделать рандомовски вот это вот все развернуть. Здесь есть такой эффектор, называется она random, random. Но с ним возиться, ребята, ну и настраивать его. Оно, да, у нас так хорошо все. Так, давайте теперь гайки. Экструд еще немножко сделаем побольше, 6. Вот так, чтобы можно было утопить и не бояться. Так, клонер. Запихиваем сюда. И видим, что мы промахнулись, да? Ну, это как раз не страшно, когда ты работаешь с клонером. Это как раз меньше всего тебя должно волновать. Так, засовываем сюда. И теперь настраиваем наш радиус. Вот так. И можно немножко вытащить, чтобы они по объеме были. Хорошо. Так. Итак, у нас колесо теперь готово. Осталось пойти в автобус и все это туда собрать, закинуть. Так, сейчас мы это соберем все в одну группу. Рад напишем, я тоже рад. И сохраним как рад и сохраним. Сейчас вот сохранится. Так, что у нас тут делается? Так, у нас все рендерится прекрасно. Так,
это нам уже не надо. Ну и давайте тогда этот рад сюда подгрузим. Ну, можно просто сказать, что вот меч. Где у нас этот? Ах, сейчас сделаем по-другому. Пойдем в рад. Скопируем его, да и все. Копируем. И в бус ее сейчас запихаем. Давай. Вот она. Так. Сразу же развернем по 90 градусов. Большое колесико получилось. Да? И давайте его уменьшать до нужного нам колеса. Так, а нужное у нас вот там с самого начала примером стоит. Ну, еще поменьше, естественно. Вот так, я думаю. Смотрим. Выдвигаем. Так, выдвигаем. Это колесо убираем целиком. Один и второй, это все было временно. Так, немножко у нас узковато, но по идее такое должно быть. В крайнем случае мы всегда можем этот рад чуть-чуть раздвинуть ширину. Ага, сейчас оно начнет раздвигаться в ширину. Тут надо все раздвигать. Ну ладно, два будет как раз. Я думаю, что у них и нет широких передних. А вот задние. Во-первых, мы сейчас ее продублируем. Где у нас? Три. Так. Раз. Появилась там не надо. Да? Вот стоит уже, пожалуйста. Это у нас кто? Это у нас фары уехали отсюда, да, вниз куда-то. Ну, бывает, сейчас поправим. Так, далее. Теперь это вот рад вытащим сюда. Поставим здесь. Сбоку лучше будет видно. Угу. Так, теперь сделаем двойной. Хорошо. Просто-напросто продублируем. Вот двойное. Вот так. Великолепно. И вот эти два рада. Я вам тоже рада. Мы соединим в одно. Alt-G. Ну, Alt-G заработает. Вот раз. Скажем, рады. Так, и тоже симметрия применим. Что нам стоит? Симметрию применить. Смотрим. Да. Так, кто запихал фонарь? Где теперь его искать? Фонарь? Я же его как-то назвал. Вот фары я назвал, да?
Ну, сейчас посмотрим, как так получилось, что фары у нас шли в неизвестном направлении. Как-то так вот вышло вдруг нечаянно, что фары у нас в неизвестном направлении ушли. Ну вот мы их поправили, в общем-то, вот так. Ну что ж, дорогие друзья, я вас поздравляю. Мы с вами сделали бусик. Да, вот такой бусик со всеми вытекающими последствиями. Очень неплохой, я вам скажу, бусик получился. Хотя мы потратили на это кучу времени, ой, я даже устал. Но зато у нас теперь это есть. А последнее, что останется сделать, это вставить стекла в окна и придать им какую-то там затемненность, может быть, или цвет. Ну, главное, чтобы пока это не было насквозь видно. А может быть, не затемяшь это там, кресло расставить. Ну, пока нет. Пока я ставлю так. Если вам хочется, то ради бога. И собрали автобус, а уж кресло сделать-то это вовсе смешно. Да? Так что на этом прощаемся. Закончили школьный автобус. Пока.